Люберцы расчищают от снега. Для уборки улиц городского округа сформировано более 50 бригад. За порядок во дворах отвечают управляющие компании. И как с этой задачей справляется Люберецкий городской жилищный трест, узнавала наша съемочная группа. Люберецкий городской жилищный трест обслуживает почти 850 многоквартирных домов города. Убрать снег с прилегающей к ним территории – задача не из легких. Однако подрядные организации стараются не запускать дворы. Сразу после окончания снегопада на расчистку выходят 30 единиц специализированной техники и 400 человек, которые работают вручную. Если снегопад не прекращается, не прекращаются и работы по очистке. То есть это полномерно ведется работа на всей территории. В первую очередь, конечно же, очищаются подходы и подъезды к домам. Если необходимо, если есть у нас гололед, осуществляется посыпка противогололедными средствами. Также коммунальщики, как и полагается, убирают тротуары и проезжие части, прилегающие к домам. Контейнерные площадки, спортивные и игровые детские комплексы. Расчистку ведут до твердого покрытия. Убирают хорошо, дворники работают на пятерочку. Каждый день убирают, с метлой счищают с крыши, подметают землю. Дети довольны. Пожаловаться на качество уборки или на несвоевременную расчистку снега можно в одной из ЖЭУ, либо в единую диспетчерскую службу ЛГЖТ. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.